Друзья, привет! Хай! Приветствую вас на канале «Бесплатный репетитор». Мы с вами продолжаем в режиме интенсива наш наиважнейший плейлист, который так и называется «Бесплатный репетитор. Золотой плейлист». Друзья мои, отлично! Действительно, я вижу ваше усердие, ваши результаты, ваше огромное желание получать знания. Это прекрасно! И действительно, we really want new knowledge. We really want. Мы действительно хотим new knowledge, новые знания. Видите, я вижу энтузиазм даже в ваших комментариях. Супер, пошли смотреть. Действительно, друзья мои, отлично. И давайте я вкратце скажу вначале некоторые моменты. Значит, у нас с вами сейчас будет практика достаточно интенсивная, и материал усложняется с точки зрения грамматики и лексики. Просто усложняется постепенно, не все сразу. Поэтому также полезно повторить материал из предыдущих уроков касательно лексики и грамматики. Это первое. Во-вторых, также хочу сказать, что, значит, некоторые обучающиеся продолжают просить, значит, сократить ролики, значит, и несколько раз по 5-10 минут сделать. Друзья мои, я хочу вам сказать, что этого не будет. По 5-10 минут ролики я делать не буду, я же вам говорил, что если бы не было целесообразно делать именно в таком формате, я бы не делал. Поэтому все вот эти сказки, соответственно, не знаю, там 100 слов в день, 500 слов в день, английский язык, соответственно, за 10, за 20 часов. Так давайте сделаем английский язык за 5 или за 10 минут. Давайте и так сделаем. И что касательно востребованности плейлистов, друзья мои, конечно, время рассудит, то есть со временем все будет понятно и ясно, но на данный момент я хочу вам сказать, что у меня достаточно есть обширная статистика на основе каналов, на основе других ресурсов, других каналов, и хочу сказать, что данная методика набирает только обороты, действительно получает все больше и больше признания, в то время как у других курсов, к сожалению, такого не наблюдается, друзья мои. Поэтому, опять же, значит, разные могут быть комментарии, друзья мои, но здесь продуман абсолютно каждый шаг. И, конечно, время покажет, кто был прав, друзья мои. Спасибо огромное за вашу поддержку. И действительно, вы совершенно правильно пишете, что самообразование – это вообще гениальная затея. Есть много школ, групп, но проблема в том, что группа все время движется вперед, и никому нет особого дела до того, усвоил ты материал или нет, друзья мои. Усвоил, и никому нет дела до этого. Но вот такое мнение. И, соответственно, здесь же действительно вы видите, значит, ваш реальный прогресс. You see your real progress. Ты видишь, you see your свой real progress. Реальный прогресс, друзья мои. Друзья, если вы ничего не платите, все за даром, канал называется «Бесплатный репетитор», пожалуйста, пользуйтесь. Друзья мои, я рад, что же большинство очень довольны, но, честно, мне непонятно тех, кто недоволен, еще какие-то претензии предъявляют, мне абсолютно это непонятно, и, честно, просто жалко этих людей, друзья мои, очень жалко, друзья мои. А что касается того, что мы постепенно курс усложняем, так подумайте о других. Может, у кого там, не знаю, очень высокий уровень, хочет все и сразу, но все и сразу не получится, друзья мои, это никогда не будет. А многие начинаются с нуля, имеют начальные знания. Здесь у нас курс разбит по уровням, по подуровням, друзья мои. Поэтому мы продолжаем, друзья мои, и, значит, в режиме мега-интенсива. И вот как раз вот комментарий, смотрите, пришел также, спасибо огромное за ваши комментарии, лайки. Значит, смотрите, Александр занимался с вами по оранжевому плейлисту, все нравилось, и прогресс был неимоверный, писала все контрольные добросовестно, 90-95%. Да, это очень похвально. Перешла к 50-му уроку и пошла очень трудная лексика, которую я просто не успевала не то что изучать, а даже записывать в словарик. Очень расстроилась и пришлось оставить. Хочу сейчас подождать, когда этот плейлист дойдет до 40-го видео и буду продолжать. Видите, друзья мои, тоже, на самом деле, многие хотели, давайте, давайте больше слов. Это было, соответственно, в синем плейлисте, оранжевым, говорили, говорили, что получилось. Многие просто с этим не справились, друзья мои. Поэтому зачем это делать? Но здесь, конечно, все равно совершенно правильно ответили также ветки в комментариях, что нужно все равно продолжать, сделать паузу и продолжать. Что плейлист этот наиважнейший. Это абсолютный хит на данный момент. А полезно также повторять с самого начала, вы можете, значит, просто скорость выше поставить и так далее. Поэтому, друзья мои, действительно,
Действительно, значит, материал у нас с вами есть, у нас с вами есть другие плейлисты, кому нужно, например, архисложно что-то, пожалуйста, вы можете смотреть, например, синий плейлист, особенно, например, вторая часть, оранжевый плейлист, салатовая часть, соответственно, зеленый плейлист, вторая часть достаточно насыщенная и сложная, пожалуйста, материала много, друзья мои. Но этот, действительно, курс хочется сделать особым, и действительно, чтобы действительно золотой плейлист оправдал свое название. И также вот еще комментарии, друзья мои, спасибо огромное, что вы пишете также комментарии на английском языке. Очень приятно, что используете лексику и на русском подробные. И вот здесь такая мысль, что вот на 69-м уроке, и несмотря вот, смотрите, вот здесь написано «полезно», даже на, несмотря на то, что я на 69-м уроке, вот, и легко, да, но кайф от того, как быстро произносятся простенькие предложения. И здесь отрабатывается для новичков материал, а не для новичков шевеление языка как не банально. Да, это чтобы разговориться, все видео как отдых, друзья мои. Спасибо огромное за вашу поддержку. Действительно, друзья, мы с вами двигаемся далее по нашему плейлисту. И непосредственно переходим к основной части. Кому нужно что-то посложнее, также отдохнуть, пожалуйста, на других плейлистах вы можете это сделать. Или также просто посмотреть эти уроки в ускоренном режиме. Друзья мои, но хочу сказать, что материал не такой простой. Особенно сейчас, вы сами эти увидите. Поэтому необходимо еще раз проработать предыдущий урок и предыдущие уроки, чтобы показать максимальный результат. Итак, друзья мои, давайте начнем. И, друзья мои, только что вот пришел комментарий, давайте посмотрим, это как раз комментарии к предыдущему уроку. Значит, в предыдущем уроке, это урок 23, значит, такая большая самостоятельная работа, а в предыдущем уроке мы подробно систематизировали именно касается знания касательно артиклей, случаи различные, когда не употребляются, дополнительные примеры. Мы все это обобщили и усовершенствовали то, что было в других плейлистах. Друзья мои, спасибо огромное, что вы действительно оценили эту работу. Видите, спасибо огромное за разъяснение. Мне это как раз нужно, что все по полочкам. Вы лучше на YouTube преподаватель английского. Я много чего посмотрел за последние 3 года по изучению языка. Вы лучший. Друзья мои, спасибо вам огромное. Я постараюсь и дальше оправдать ваши, значит, надежды и пожелания. Действительно, все по полочкам. Все уроки, значит, заранее спланированы и продуманы. Отлично, друзья мои. Итак, переводим. И опять же, все повторите, потому что материал усложняется. Еще в ценность данных уроков, что в каждом уроке есть какие-то рекомендации по изучению, по произношению, по грамматике, по разговорному. Тоже это очень полезно. Итак, переводим. Я хочу знать эти вещи. Я хочу. I want знать, to know, эти вещи, эти, these, вещи, things. I want to know these things. Я хочу больше знать. Я хочу. I want больше знать. To know more. I want to know more. Я хожу на работу. Я хожу. I go на работу, to work. I go to work. Я хочу купить тот дом. Я хочу. I want купить, to buy, тот, that, дом, house. I want to buy that house. У меня одна книга. У меня. I have одна книга. Одна. One. Книга. Book. I have one book. У меня 3 ошибки. У меня
I have три three ошибки mistakes. I have three mistakes. Я знаю английский. Я знаю. I know английский. English. I know English. Мне нравится твоя идея. Мне нравится. I like твоя идея. Твоя. Your идея. Idea. I like your idea. Я вижу ошибку. Я вижу. I see ошибку. A mistake. I see a mistake. Мне нравится твой план. Мне нравится. I like твой план. Твой. Your plan. Plan. I like your plan. I want to know these things. И я думаю, вы также будете не против, что я буду помечать, где как Z читается. I want to know these things. Это так, дополнительная проверка. I want to know more. I go to work. I want to buy that house. I have one book. I have three mistakes. I know English. I like your idea. I see a mistake. I like your plan. Действительно, друзья мои, еще раз хочу сказать, что вы большие молодцы. Вы просто действительно огромные трудолюбцы, потому что так интенсивно прорабатываете уроки. Значит, действительно, и еще более тщательно, значит, готовитесь к практике, к самостоятельным и контрольной работе. Скоро у нас с вами запланирована контрольная работа. И также я восхищаюсь не только вашим усердием, но вашим желанием помочь друг другу, потому что я также вижу ответы в комментариях друг другу, вы делитесь опытом, друзья мои, это просто прекрасно. Друзья мои, действительно, я просто восхищен вами, вашим усердием и, значит, вашими, значит, огромными позитивными качествами, друзья мои, это просто прекрасно. Далее. У нас есть эти деньги. У нас есть. We have эти деньги, эти, this, деньги, money. We have this money. У меня две ошибки. У меня I have две two ошибки mistakes. I have two mistakes. Я изучаю английский онлайн. Я I изучаю английский learn English online. I learn English online. У нас есть ручка. У нас есть. We have ручка.
a pen. We have a pen. У меня есть эти деньги. У меня есть. I have. Эти деньги. Эти. This. Деньги. Money. I have this money. Мне нравятся твои идеи. Мне нравятся. I like твои, your, идеи, ideas. I like your ideas. Я хочу иметь эту информацию. Я хочу. I want иметь. To have эту информацию. This информацию. Information. I want to have this information. Я хочу изучать английский онлайн. Я хочу. I want изучать английский. To learn English online. I want to learn English online. У меня есть некоторая информация. У меня есть. I have некоторая. Some информация. Information. I have some information. У меня есть сестра. У меня есть. I have сестра. A sister. I have a sister. We have this money. I have two mistakes. I learn English online. We have a pen. I have this money. I like your ideas. I want to have this information. I want to learn English online. I have some information. I have a sister. Я хочу купить компьютер. Я хочу. I want купить. To buy computer. A computer. I want to buy a computer. Я вижу двух мальчиков. Я вижу. I see двух мальчиков. Two boys. I see two boys. Я хочу посетить эту страну. Я хочу. I want посетить. To visit эту страну, эту, this, страну, country. I want to visit this country.
Мне нравится этот комментарий. Мне нравится. I like этот. This комментарий. Comment. I like this comment. Я хочу посмотреть новые уроки. Я хочу. I want посмотреть. To watch новые. New уроки. Lessons. I want to watch new lessons. У меня есть учитель. У меня есть. I have учитель. A teacher. I have a teacher. Я действительно хочу иметь реальные знания. Я действительно. I really хочу want иметь to have реальные знания, реальные real знания knowledge. I really want to have real knowledge. Я вижу одного мальчика и трех девочек. Я вижу. I see. Одного мальчика. Одного. One. Мальчика. Boy. И. And. Трех девочек. Трех. Three. Девочек. Girls. I see one boy and three girls. Мне нравятся эти идеи. Мне нравятся. I like эти. These идеи. Ideas. I like these ideas. У меня есть некоторые вопросы. У меня есть. I have некоторые some вопросы. Questions. I have some questions. И также, значит, я понял, что вы одобрили идею, что мы подчеркиваем, когда the. Значит, если мы с вами посмотрим на предыдущий слайд, то здесь нам нужно еще, видите, подчеркнуть ideas. Это the ideas. Да, вот на это обращайте внимание. То есть тоже, и давайте вот тоже, значит, на последнем слайде также это сделаем. Итак, I want to buy a computer. I see two boys. I want to visit this country. Мы подчеркиваем с вами именно на конце. Здесь the, ну, по умолчанию, в принципе, так понятно. Именно на конце подчеркиваем visit. Слово визит, да, отсюда. I want to visit this country. I like this comment. I want to watch new lessons. I have a teacher. I really want to have real knowledge. I see one boy and three girls. I like these ideas. I have some questions. У меня есть идея. У меня есть.
I have idea an idea. I have an idea. Я учусь в школе. Я учусь. I study в школе. At school. I study at school. У меня один брат. У меня I have один one брат brother. I have one brother. Мы продолжаем этот плейлист. Мы продолжаем. We continue этот this playlist. Playlist. We continue this playlist. Я вижу мальчика и девочку. Я вижу. I see мальчика, a boy, и, and, девочку, a girl. I see a boy and a girl. У меня есть книга. У меня есть. I have книга. A book. I have a book. Я знаю этого учителя. Я знаю. I know этого this учителя teacher. I know this teacher. Мне нравится тот урок. Мне нравится. I like тот that урок lesson. I like that lesson. Я вижу две ошибки. Я вижу. I see две, two, ошибки, mistakes. I see two mistakes. Я хочу купить этот компьютер. Я хочу. I want купить, to buy, этот компьютер, этот, this, компьютер, computer. I want to buy this computer. I have an idea. I study at school. I have one brother. We continue this playlist. I see a boy and a girl. I have a book. I know this teacher. I like that lesson. I see two mistakes. I want to buy this computer. Видите, здесь Z не оказалось, поэтому ничего не подчеркивали. Далее. Я хочу купить тот компьютер. Я хочу. I want купить to buy тот that компьютер. Computer. I want to buy that computer. У меня есть брат. У меня есть.
I have brought a brother. I have a brother. Мне нравятся эти комментарии. Мне нравятся. I like. Эти комментарии. Эти. These. Комментарии. Comments. I like these comments. Я действительно хочу видеть свой реальный прогресс. Я действительно. I really хочу want видеть to see свой или мой my реальный real progress. I really want to see my real progress. Мне нравится эта идея. Мне нравится. I like. Эта идея. This idea. I like this idea. Мне нравится этот план. Мне нравится. I like этот, this, план, plan. I like this plan. У меня есть друзья. У меня есть. I have друзья. Friends. I have friends. Я вижу одного мальчика и одну девочку. Я вижу. I see. Одного мальчика. One boy и and одну девочку. One girl. I see one boy and one girl. У меня есть некоторые идеи. У меня есть. I have некоторые. Some идеи. Ideas. I have some ideas. Мне нравится тот результат. Мне нравится. I like тот. That результат. Result. I like that result. I want to buy that computer. I have a brother. I like these comments. I really want to see my real progress. I like this idea. I like this plan. I have friends. I see one boy and one girl. I have some ideas. I like that result. Я вижу одного мужчину и одну женщину. Я вижу. I see одного мужчину. One man и and одну женщину. Одну. One
женщину woman. I see one man and one woman. Я вижу трех девушек. Я вижу. I see трех. Three девушек. Girls. I see three girls. У меня есть карандаш. У меня есть. I have карандаш. A pencil. I have a pencil. Мне нравятся твои комментарии. Не нравятся. I like твои, your, комментарии, comments. I like your comments. Мне нравится твой вопрос. Мне нравится. I like твой, your, вопрос, question. I like your question. Я вижу три ошибки. Я вижу. I see three ошибки. Mistakes. I see three mistakes. Я хочу посетить этот город. Я хочу. I want посетить. To visit этот город. This city. По умолчанию используем слово city. I want to visit this city. Я хочу купить дом. Я хочу. I want купить to buy дом. A house. I want to buy a house. У меня два брата. У меня. I have два, two, брата, brothers. I have two brothers. Я вижу свой результат. Я вижу. I see свой результат. Свой или мой, my, результат, result. I see my result. И если мы с вами, значит, посмотрим, значит, предыдущий также слайд, значит, давайте акцентное произношение также сделаем. Видите? These. Далее, что еще здесь? Friends. Ideas. Видите, в принципе, слова уже многократно встречаются, поэтому это уже не удивительно. То есть просто многократно будете встречать, и будет легко как раз запоминаться. Итак, давайте с вами как раз здесь также повторим. I see one man and one woman. I see three girls. I have a pencil. I like your comments. I like your question. I see three mistakes. I want to visit this city. I want to buy a house. I have two brothers.
I see my result. Я хочу знать эту вещь. Я хочу. I want знать to know эту вещь. Эту. This вещь. Thing. I want to know this thing. У меня есть время. У меня есть. I have время, time. I have time. У меня есть свободное время. У меня есть. I have свободное время, свободное. Free время, time. I have free time. Я вижу мальчика и двух девушек. Я вижу. I see мальчика, a boy, и and двух девушек. And two girls. Или также две девочки. Мы говорили girl. Это девочка и девушка. I see a boy and two girls. У них есть эти деньги. У них есть. They have эти, this, деньги, money. They have this money. Мне нравятся твои вопросы. Мне нравятся. I like твои вопросы. Твои. Your вопросы. Questions. I like your questions. У меня есть сестра и два брата. У меня есть. I have сестра, a sister, и and два брата, two brothers. I have a sister and two brothers. Я вижу одну ошибку. Я вижу. I see одну ошибку. One mistake. I see one mistake. Я хочу знать эту информацию. Я хочу. I want знать to know эту информацию, эту, this, информацию, information. I want to know this information. У меня одна ошибка. У меня. I have одна ошибка. One mistake. I have one mistake. Я вижу автобус. Я вижу. I see автобус. A bus. I see a bus. И также давайте сделаем акцент именно на произношение. Видите, здесь предыдущий слайд. Girls. Girls. И также brothers. Brothers. Теперь давайте посмотрим, что на последнем слайде. Итак. I want to know this thing. I have time.
I have free time. I see a boy and two girls. They have this money. I like your questions. I have a sister and two brothers. I see one mistake. I want to know this information. I have one mistake. I see a bus. У меня две книги. У меня I have две книги. Two books. I have two books. Я читаю некоторые комментарии. Я читаю. I read некоторые some комментарии. Comments. I read some comments. Я вижу своего учителя. Я вижу. I see своего или моего my учителя teacher. I see my teacher. Hi my friends. I see your progress. Далее. Я читаю эти комментарии. Я читаю. I read эти these комментарии comments. I read these comments. У меня есть некоторые знания. У меня есть. I have некоторые some знания knowledge. I have some knowledge. У меня есть ручка. У меня есть. I have ручка, a pen. I have a pen. Я понимаю твой вопрос. Я понимаю. I understand твой, your вопрос, question. I understand your question. Я вижу твой вопрос. Я вижу. I see твой, your вопрос, question. I see your question. Я знаю эту информацию. Я знаю. I know эту, this, информацию, information. I know this information. У меня есть некоторая мотивация. У меня есть. I have некоторая some мотивация. Motivation. I have some motivation. Я хочу иметь эти знания. Я хочу. I want иметь to have эти this знания knowledge. I want to have this knowledge. Итак, I have two books. I read some comments. I see
My teacher. Hi, my friends. Good luck. I read these comments. I have some knowledge. I have a pen. I understand your question. I see your question. I know this information. I have some motivation. I want to have this knowledge. У меня две сестры. У меня I have две сестры. Two sisters. I have two sisters. Что касается произношения, давайте здесь еще раз проверим. Нет, видите, здесь мы с вами нигде не нашли как раз Z на конце. Поэтому ничего мы с вами и не подчеркнули. Но просто обращайте внимание, скоро мы также перейдем к этой теме, ко множественному числу. Также у нас когда будет не I, we, не я, мы и так далее, не I, we, you, they, he, she, it, нам также вот эта тема как раз пригодится, так что все правильно, что старайтесь обращать внимание. Отлично. Далее. Я вижу мужчину и женщину. Я вижу I see мужчину, a man и and женщину, a woman. I see a man and a woman. У меня два вопроса. У меня I have два two вопроса questions. I have two questions. У нас есть карандаш. У нас есть we have карандаш, a pencil. We have a pencil. У меня есть некоторые идеи. У меня есть I have некоторые идеи, некоторые some идеи, ideas. I have some ideas. И опять же скажу, что очень приятно, когда вы используете действительно и полезные, приятные и полезные, когда вы используете готовые фразы именно из наших уроков, и в том числе недавно вот я видел как раз эту фразу. Спасибо, что также используется в комментариях. I have some ideas. Действительно, очень полезно действительно также практиковаться. Итак, далее. Я хочу больше путешествовать. Я хочу. I want больше путешествовать. To travel more. I want to travel more. У меня есть друг. У меня есть. I have друг. A friend. I have a friend. Мне нравится этот урок. Мне нравится. I like этот урок. This lesson. I like this lesson. У меня есть друзья. У меня есть. I have друзья, friends. I have friends. Hi, my friends. У меня три вопроса. У меня. I
have, три, three, вопросы, questions. I have three questions. I have two sisters. I see a man and a woman. I have two questions. We have a pencil. I have some ideas. I want to travel more. I have a friend. I like this lesson. I have friends. I have three questions. Я хочу купить этот дом. Я хочу. I want купить, to buy, этот дом. Этот, this, дом, house. I want to buy this house. Мы хотим иметь эти знания. Мы хотим. We want иметь, to have, эти знания. Эти. This, знания, knowledge. We want to have this knowledge. Я действительно хочу иметь реальные знания. Я действительно. I really хочу. Want. Иметь. To have. Реальные. Real. Знания. Knowledge. И я действительно хочу видеть свой реальный прогресс. И я. And I. Действительно хочу. Really want. Видеть. To see. Свой или мой. My. Реальный. Real. Progress. Progress. Так, давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. I really want to have real knowledge, and I really want to see my real progress. Итак, повторим. I want to buy this house. We want to have this knowledge. I really want to have real knowledge. And I really want to see my real progress. Значит, друзья мои, действительно, вы, значит, большие молодцы. Меня восхищает ваше усердие, вы действительно огромные трудолюбцы. И действительно хочется сказать, we want to have this knowledge. И также, we want to have new knowledge. И new, и this одновременно. И действительно, друзья мои, мы с вами, значит, двигаемся далее по этому плейлисту. А действительно, видите, казалось бы, какие легкие темы, но материал пошел сложнее. Поэтому как раз рекомендация, значит, более тщательно прорабатывать, и скоро также контрольная работа, вы можете еще раз проработать. И действительно, я полностью согласен вот действительно с этим. Нам нужны эти знания, потому что действительно, когда я вот учился в школе, было очень тяжело, не было, во-первых, значит, доступности информации, значит, и репетитор это тоже дорого, и, соответственно, те, кто занимался, значит, с репетиторами, они, значит, гораздо лучше знали английский или ездили по каким-то странам англоязычным, вот, друзья мои. И действительно была трудная ситуация, но я считаю так, что, значит, качественное знание английского языка должно быть доступно не только для элиты, а для обычного человека, для всех желающих.
Вот я считаю, и неважно, опять у нас есть деньги, нет денег, соответственно, и должна быть грамотная, четкая методика, друзья мои. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Значит, с вами ваш бесплатный репетитор, или как вы еще называете, ваш народный учитель, друзья мои. Спасибо вам огромное, my friends. Thank you very much. We continue this very important playlist. Thank you. Good luck. See you soon. Bye-bye.